Всем привет! Вышла с Никой. Уже и не утро, 11:30 у нас. На пляж мы с утра не пошли. Пойдем после обеда. Так, мне надо срочно лифчик купить. Поехать. Духами стрёмно ходить. У меня одела красненькое платье. Кстати, у нас лифт не работает. Вот. Сегодня смотрела. Надо новый бюстгальтер. Короче, меня как-то... Ника, иди ко мне! Все так, с таких хороших остался один бежевый. Не знаю, мне что-то казалось, у меня где-то белый новый был. Что я совсем не вижу. И никак шмотки не могу перебрать. Вот. Так что не знаю. Вот, хочу в клуб пойти, посмотреть бюстгальтеры. Там цены неплохие. Ну, до 200 гривен можно найти неплохой. Вот. Как-то и белый не хочу. И бежевый вроде бы у меня есть. Не знаю, буду смотреть. Бежевый, конечно, там универсальный. Не так пачкается. Ткань, я имею в виду, не то, что я там не стираю, просто занашивается белое летом сильно, особенно загар слазит. Вот. Ну и под всю одежду бежевый подходит. Короче, не знаю. Буду думать. Так, знаете что? Приехали только что с магазина, иду второй раз с собакой. Пришли, а она какалась. Так что вот так вот. Я ждал сюрприз. С утра лифт не работал. Тут приехали, там и сюрприз. Вот, Ланенька, сейчас пойду выведу ее. Были в Айкике. Купила себе и старшей дочке платье. Вот, летние такие. Ну, одну из них дочка себе брала, но она не захотела и померила. Классно. Вот. Новинки куча там накупили. Игрушек, легкий пластилин. Сейчас покажу, если не разберет. Вот. Так что такие дела. Съездили за палками в эпицентр. Шкафа. Вот балкон движется к завершению. Двери пока не поставим. Вот. А полки сделаем, начнем все складывать. А потом уже двери в конце. Двери то не самое важное. Главное все, что в комнате, поскладывать в шкаф. Несешь кулек с вещами? Взяли Виталинке опять в магазине в оптовом такой вот пластилин, потому что у нее там уже закончился. Ну, летит она. Есть половинки по 30 чем-то гривен, есть вот такой большой за 64. Взяли. Потом взяли ей Лего Френдс. Вот такое возвращали мне 15 гривен за него, потому что цена не соответствовала. Вот. Такое вот Лего она взяла. Прикольно, тут ноутбук есть. Вот. Типа за звездами смотреть. Интересно. Крутится тут все. Ну, короче, такое. И вот такую штуку взяли. Это уже на следующий год. Для уроков. Потому что все время, блин, в дневнике смотреть, бегать неудобно. Так, посмотрел на стене. Планирую ей оформить уголок для школы. Ну, посмотрим. Если будет, конечно, учеба с 1 сентября. Вот. Так что... Она себе выбрала такое красивенькое. 8 гривен такая штучка стоит. Такой 174 стоит. И 64 гривны плейдо. Типа плейдо. Легкий пластилин. Так, в Айкике взяли рюкзачок. Ей очень понравился. Ты несешь? Вот такой рюкзачок. Он тут затягивается. Здесь помпончики.
блесточки. Ну, короче, не знаю, ей понравился. Я, конечно, не очень хотела его брать. Мне кажется, он как бы уже для нее маловат. Ну, 179, была цена 359. Такой вот. Ну, ладно, она давно пушистый хотела. В принципе, не сильно детский, я тебе хочу сказать. Он и тебе подойдет, Вероника. Слушай, а у тебя розового не было блестящего? Да. А можешь на себя вот так приложить платье просто? Вот, прикрой там дверь. Чтоб, потому что так показывает. Ну что показывать? Ничего не видно. Не, дальше отойди туда в сам. Вот такое платье, конечно, на фоне мусорки. У меня такое зеленое есть. Вот сколько оно? 120 гривен стоило? 129. Ярко-ярко-оранжевое. А раньше стоило 269. Ну, короче, очень мужу цвет понравился. Это размер эмочка. Вот. И Вероничке взяли вот такое платье. Она давно хотела. Просто как футболка. Как футболка, да. Ну, это классно. Я такое люблю эмка тоже очень. Тоже эмка. А что, эски не было? Или ты не захотела? 159 гривен. Вот такое вот. И ей очень красивый цвет. Такой он приглушенный, да? Какой-то обусковый, голубой. Классно. Оно отвисится, будет вообще крутое. Вот. Такие покупки. Все, мы же больше ничего не брали. Ну, Виталик две футболки, но он забрал. В эпицентре мы там еще палки взяли. А, вот еще что. Что у нас здесь? Что у нас здесь? А, это муж себе дрель купил, только я не знаю, когда. Наверное, не сегодня. Я не знаю, на что ставить. Вот мы такой, просто ставь одну кастрюлю. А, то есть, может, ты и кашу хочешь, бери. У кума взяли такую дрель, ему очень понравилось. Он себе купил, потому что у нашей сломалась наша такая же. Потом взяли жидкий, не знаю, клей какой-то. Сумасшедшая липучка для плинтусов нам надо. И для багетов на потолок. Так, уголки для шкафа. И взял муж такое домино. Это на море мы возьмем с собой с детьми играть. У нас было когда-то домино, очень интересная игра. Блин, у Виталика тоже есть домино, короче, советская. Такая маленькая коробочка, даже меньше, чем это. Ну. И там на три разделено, ну. Шашки, шахматы и что-то еще. Ну, Виталика же не заберем. Типа, советская. У нас тоже было, но растерялось. Короче, было там легкое. Муж выбрал такое подороже, тяжеленькое. Будем играть в домино. Очень интересно. Раньше с мужем до детей еще играли в домино. Ну, как играли? Просто вот вечером проводили время. В бридж играли и в домино. Ну, такие покупочки. Так, еще вот такое лего одно взяли, оно было недорогое, это уже на выходе выходили. Тут три коня идет, маленький же ребенок, вот такой серенький. И много морковки, и много зелени. Наверное, тачка вот эта и заборчик, просто она уже разобрала это все. Короче, вот такое прикольно. Вот, она очень любит лошадей, поэтому нам в тему. Так, еще не показали, что внутри рюкзака. Вот такой светящийся пластилин. Маленький. Вот. А, вот такой вот с этими. С пупырушками. И вот такой вот конос доисторический. Вот. И еще в эпицентре ручка. За 11 гривен. Где наружка? Все. Теперь точно все. Так, сварила компот клубнично-вишневый. Вот такой. И буду делать жаркое. Это у меня свинина. Лук сейчас поджарю. Я прям в сковородке это делаю. Ну как поджарю? Слегка присолю. Добавлю морковь потертую на терке. Буду добавлять картофель. Так, залила молоком. Буду в молоке в этот раз делать. И сейчас добавлю морковь. Хочу вам показать покупки сегодняшние из АТБ. Сейчас побыстречку. Так, купила коктейльных помидорок вот таких по 47 гривен, потому что они вкусные. Пол батона, потому что сейчас никто хлеб не ест, но иногда детям надо и брату обязательно надо хлеб. Кунжут был по скидке по 18 гривен, взяла два.
кунжут обожаю. Так, взяла виноград на запеканку, на сырники, все что угодно. Обратите внимание, ВТБ вот такой вот, тем более кто не, ну, очень редко пьет и много, знаете, не любит спиртного, не употребляет. Вот такой вот Космо пинаколада коктейль. Производство Польши. Слушайте, прям удивил меня. 17 гривен, по-моему, стоит. И прям очень-очень крутой. Значит, это пинаколада. Есть еще джин-тоник и водка, по-моему. Водка с чем-то, но у нас водки с чем-то нету. Это мы на сайте там на каком-то дочка смотрела. Короче, пинаколада очень вкусная. Кокос такой не сильно химозный. Вот. И он кисленький, он не приторный, этот коктейль. Его чуть-чуть, здесь 250 миллилитров. И, ну, не знаю, прикольный. Мне понравился, очень-очень понравился. Вот такая вот состав его. Ром, вода, сахар, лимонная кислота, камедь. Ну, короче, обратите внимание, очень-очень интересная вещь. И охлажденный, классный вообще. Имеет цвет такого кокосового молочка. Потом взяла вот такую шикардосную полку. Такие полки вообще по 100 с чем-то гривен я видела в других магазинах, даже в китайских наших. В АТБ она стоила 40 гривен и была последняя. Она вот так цепляется, вешаете ее на дверцу, на любую. Короче, очень-очень крутая вещь. Я взяла. Ну, люблю я такие органайзеры. Всегда есть что туда пристроить, спрятать, положить, наложить. Короче, сами разберете, что сюда можно покласть. У одно за 40 гривен. Я считаю, это очень-очень дешево. Так, убираем. И взяла очень-очень много кабачков. Не буду вытаскивать, потому что одной рукой не получается. Вот, 2 килограмма взяла кабачков где-то, нажарю, потому что очень люблю кабачки. Вот, и все. Это все были покупочки на, ну, на сегодняшний момент. На теперешний момент. У нас очень жарко, поэтому у меня аж язык заплетается. Очень сильная жара. Вот. Душно-душно. Мы были сегодня с утра на пляже, но все равно это не спасает. Еще я вам не показала, я купила клубники килограмм. Вот такой вот, 85 гривен. Ну, знаете, вообще, блин, уже ж вроде бы клубника должна дешеветь, но нет. Цена не падает. Поэтому брали по такой спекулятивной цене. Я уже жду, когда же уже она упадет. Нормально покушать, нормально есть, можно было просто вот килограммами ее. Взяла килограмм, потому что для нас полкило это нечего видеть, знаете, поэтому взяла кило. Так, слушайте, хочу вам показать прям крутейшая вещь. Я вот, у меня такой страшный ящик, я не буду показывать, подмойка. У меня там орехи хранятся, лук, морковка и банки пустые храню. Еще закатки там у меня, ну не стану вам показывать, потому что там оно все страшное. Вот, ну, страшно это, знаете, для тех, кто не знает, если ты сам знаешь, что там лежит. Короче говоря, сюда так классно крышки складывать, доски, тарелки, короче, крышки от контейнеров, даже тарелки можно поскладывать, ситечка, короче, все что угодно. Если будет еще в эпицентре, я, наверное, две штуки еще таких возьму, потому что это просто обалденная вещь, просто, вот, кайф просто. Вот, поэтому возьму. Я там выдрала штуку под мебелью. Вот там такой капец. Там, ну, наверное, лет 20 никто не это не шуршал под низом. Вот, короче, крутая вещь вообще. Очень мне понравилась. Обязательно, если будет, приобрету еще. Они есть такие еще тоньше и такие длинные, в несколько рядов, но я видела, они дорогие, по-моему, в эпицентре я видела, еще где-то очень цена там была, гривен 120-150, но крутая вообще. Лук я сюда ложила, он там осталось от лука. Вот, лук тоже можно, кстати, хранить, овощи можно хранить, короче, все, что хотите, крышки от кастрюль, у меня кастрюль много, крышки, это беда-беда, тоже сюда подходит. Можно столовые приборы, вилки, ножи, короче, все что угодно. Вообще, я просто, ну,
У меня столько радости. Кстати, еще у меня идея. Витамины можно хранить здесь. Ну, классная вещь. Вот, рекомендую на 100%. На 250 даже. Посмотрите, девочки, какую красоту мне подарил муж. Эустома. Красотка. Бело-розовая. У нас сегодня 22 года. Как мы женаты. Вот. По-моему, фарфоровая свадьба. Вот так вот. Что такая красота. Мне очень нравятся эти цветы. Классные. Такие нежные. Красивые. Очень необычные. Так, сходили в магазин, купила корм собаке, вот это пересыпала, остальное осталось, это я и на днях высыплю, а так в банке храню, чтобы не выветривался. Вот, взяли виталинки вот такого змея, он был по скидке за 19 с чем-то, не знаю, мы когда-то уже брали змея, не получалось запускать, но взяли попробовать. Вдруг, уже где-то сижу на море, там ветер. Бывает так. Сыну пирожное лимонное. Виталина эклер съела шоколадный уже свой. Ей шоколад купила. Потому что у нас 22 года мы вместе. А Виталинка говорит, а мне подарок. Говорит, я что же с вами 8 лет вместе. Поэтому я так смеялась с нее. Это вот пошли за вкусняшками. Так, это ей. Это кину в холодильник. Вот сын тягает. Как девочки едет, шоколадку берет. Ну, такое. Мороженое уже потаяло. О, полностью вообще. Жалко, лайм дыня. Сейчас закину в холодильник. И сыр. Вот такой тильзит я беру. Сейчас мороженое брошу и продолжу. Так, Виталина захотела такие круассаны. Я вообще их не покупаю. Там добавок в них миллиард. Но не смогла отказать. Так, капусту взяла, потому что у меня уже нету. Потом взяла несквик вот такой. Так, Виталинка любит вот этот кисло-сладкий манго. Огурчики были очень классные у нас в сельпо. Взяла больше, чуть больше килограмма огурцы. Кстати, по 27 гривен. Вот. И все, в принципе, все покупочки. Вот все, что мы купили. Ой, смотрите, какая нежнятина. Боже, какие красивые эти цветы, обалденные. Обалдеть можно. Класс. Такие нежные вообще. Очень красивые. Так, захотелось мне больших блинов. С меня жаркое греется. Очень картошка тугая получилась, такая крахмальная, очень густой получилась. Поэтому разбавила куриным бульончиком и сейчас разогрею. А тут блинчики сейчас сковородку нагреваю, хочу таких жирненьких, толстеньких, больших блинов. Так, ну что, у нас сегодня холодно дома. Не дома даже, а на улице. Вот, я постриглась, я уже показывала. У меня вот так покрутились мои собственные волосы. И не буду ничего делать, буду так крутиться, буду так и ходить. Очень удобно, не надо ничего укладывать. Я сегодня такую кофточку одела, широкие шортики. И мы поедем сейчас на рынок. Рынок, о, уже и дождик начался. Ой, надо быстрее ехать. Поедем сейчас на рынок, на виноградарь. Сейчас уложу бровки и поедем. Вот. Хочу посмотреть домашнюю клубнику. Клубника дорогучая, по 100 гривен. Но я считаю, что это ж клубника еще не домашняя, понимаете? Я жду, когда будет домашняя, когда ее будет много. Вот, надеюсь, она будет. Если не будет, значит, в этом году не будет ни варенья, ни замороженной клубники, ничего. Потому что по 100 гривен я не буду ничего этого делать, конечно, естественно. Так. Делаю яичницу.
такую диетическую, скажем так. Сейчас покажу на воде. Я уже показывала 100 раз. Очень легко и просто. И можно без масла. Ну, как прожить без масла можно вообще. То есть даже не покупать и не тратиться. В принципе, для студентов, для людей, которым нельзя жареного на масле. Сейчас покажу вам. Вот смотрите, вот такая яичница, наливаете где-то 1 сантиметр водички, она закипает, вбиваете туда яйца, солите, накрываете крышкой, все. Хотите сильно зажариться, хотите, то есть они на пару готовятся. Так, Виталинка ничего не захотела, покушала несквик с утра. У нас вот такая погода, муж гуляет мой на улице с собакой черным. Вот. И накрапывает, я так поняла, дождик, либо же уже прошел дождик. Вот тут, смотрите, поставил машину, и женщина не может обойти. Еще и бедная она с палочкой, я так поняла, должна обходить 20-й стороной. Вот это ставит, блин, вот эта же дорожка, видите, вот, на которой я упала и разбила телефон. О, Тедик гуляет. И Кузька, он белая, бежит, метется. Это, кстати, женщина, наверное, с нашего подъезда. Вот. Кстати, вот наша машина стоит. Видите, люк. Люк. Так. Такая погодка. Хмуро. Ну, я рада. Я рада, что несколько дней будет такая погода. Ну, я хочу недолго, максимум неделю. Тело как раз отдохнет от жары, от солнца. Вот. На пляж мы не будем ходить, конечно же. Вот, и поэтому как бы хорошо такая погодка. Вот, но лучше, чтобы днем дожди не были. О, Ника с Тедиком гуляет. Вот, сейчас покажу еще красоту. У меня какая красота. Вот, смотрите. Это мне муж Рустому я показывала, подарил на 22 года. А это дочь привезла. Она ездила к другу на дачу. Вот. Я туда привезла пионы. Я обожаю пионы. Вот. Но я люблю такие, знаете, крупные, древовидные. Вот эти. Ну, такие тоже люблю. Люблю пионы. Очень люблю цветы. Вот, красивые. Такая у меня красотень. Сейчас хочу приготовить салатик нам, яичкам. Уже яйца выключила. Сейчас открою, чтобы не заваривались дальше. Салатик приготовлю с кабачка, огурца и помидора. Так, смотрю сейчас. В Ютубе нечего смотреть. Все у меня просмотры упали. Вот. Так что не хочется снимать почему-то, если честно. Делись и куда упали просмотры. Сейчас порежу кабачок, перчик. Вот так вот режу в длину и потом соломкой. Пока молоденькие кабачки, можно их кушать спокойно с одними, добавлять в салаты. Вот, куда угодно. Зверей покормлю, всем дам кабачки, у меня улитки, свинка, крыса.
Все любят кабачки, огурцы, поэтому не стесняемся, срезаем хорошо кубки. Даже специально кружочки, вот здесь нарежу огурчик, дам всем. Вот. Тоже огурчик тоже так же в длину, вот такими полосочками нарезаю. Все, сейчас мы позавтракаем и поехали. Талинка будет дома, Артурчик еще спит, брат еще спит, хотя уже у нас почти 12. Волку муж закончил практически, осталась там мелочевка, плинтуса. Знаете, на потолок приклеить тоже эти плинтуса. Вот, и что еще осталось? Осталось, шкаф у нас сделанный. Вот, у нас подоконник еще надо покрасить, но это мы еще думаем, какой краской. Вот. Так что шкаф сделан, только нету дверей. Двери будут тоже. Сейчас мы не можем двери поставить. Вот. И все. Так, солим. Отрезаем жопку. Заливаем соком лимона, побольше лимона, я люблю лимон, и поливаю салатик маслом. Я сегодня полью вот таким вот нерафинированным. Все, салатик готов.